Это новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! В этом выпуске интервью с доктором Гильермо Караманяном, консулом Республики Западная Армения в Аргентине. Президент Западной Армении Армен Акабрамян встретился с Зарой Синаняном. Азербайджан-Арцахский конфликт 34 года назад в этот день. Село Гергер Арцаха продолжает жить. Здание исторической мыловаренной фабрики в Киликии Западная Армения превращено в музей. Терендес – один из самых красивых праздников армян. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Сегодня, 14 февраля в 19:00 по аргентинскому времени, консул Республики Западная Армения в Аргентине доктор Гильермо Караманян даст очередное интервью радиопрограмме, продолжая свою работу в рамках темы «Тревожная ситуация в Республике Западной Армении и мобилизация». Президент Республики Западная Армения Армен Акабрамян и представители армянских организаций Франции встретились с главным уполномоченным по делам диаспоры Республики Армения Зарой Синаняном в Париже. В ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений между Францией и Арменией. Участники собрания партийно-хозяйственного актива в Степанакерте, Мартакерте, Аскеране и Гадруте 12 февраля 1988 года однозначно высказались за воссоединение Арцаха с матерью Армении. По этому поводу президент научного центра Качар доцент Магера Рутюнян сказал: «В первой декаде февраля 1988 года очередная арцахская делегация выполняла новую миссию в Москве, когда стало известно, что руководство азербайджанское СССР предпринимает угрожающие шаги, чтобы заставить замолчать справедливый голос арцахских армян. Статья полностью доступна на нашем сайте». Община Гергер Арцаха насчитывает 578 жителей, и основным направлением их занятости является сельское хозяйство. Об этом сообщил глава Гергер Арман Алексанян. «Община имеет 250 гектаров пашни, развито свиноводство», – сказал Алексанян. По его словам, в Гергере поселились 5 семей переселенных. В свободном жилом фонде находится около 30 домов, которые после косметического ремонта любезно будут предоставлены другим переселенцам-соотечественникам. 60% внутриобщинных дорог заасфальтированы. В селе есть недавно построенный дом культуры, где находится медпункт. Он был отремонтирован благотворительным фондом «Туфинкян». Историческое здание в городе Килис в Киликии, известное производством мыла, после реконструкции служит музеем. В здании музея есть разделы археологии и этнографии, а также многочисленные артефакты медного, бронзового веков, римского и византийского периодов. Теперь к этой коллекции добавились анимации, изображающие разные этапы производства мыла. Построенный в 1880-х годах, завод был крупнейшим по производству оливкового масла и мыла. Он проработал до 1960-х годов. Название Терендес буквально означает «огонь и трава». По армянской традиции небо и земля целуют друг друга в этот день, и день считается праздником влюбленных и молодоженов. В ночь перед праздником молодые люди едят соленую лепешку в надежде, что им приснится будущая любовь. После христианизации были попытки запретить Терендес, но победили гены. Церкви пришлось изобрести новое объяснение. Праздник переименовали в Тиарнентарач. Позднее, борясь с днем святого Валентина, был создан праздник святого Саркиса, не имеющий ничего общего с армянской культурой. У армян нет ни Тиарнентарача, ни дня святого Саркиса, тем более дня святого Валентина. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Oh.
Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.